Добрый день, уважаемые любители футбола. Первую встречу, стартовые составы можете уже наблюдать на своих экранах. Давайте тоже вам продублирую. 12 номер Алексей Малиновский. Тем временем встреча у нас уже стартовала. Тем более, что Осиповичи играют дома. Подача пошла, удар по воротам. Голкипер не фиксирует мяч. И что же здесь? Здесь мы видим, показана желтая карточка у нас игроку футбольного клуба Осипович. Осиповчане, но не получается пока это сделать. Атака Орши. По левому флангу Никита Паренок подает. И какой момент действительно был прекрасный у Дмитрия Дуброва. Не получается. Здесь уже Александр Емельянов с мячом тоже. Он опустился назад сейчас. Контратака. И Осипович мчатся вперед. Ростислав Серый. Артем Бруй здорово ставит корпус. Серый цепляется за этот мяч. Нашел он поддержку в лице Емельянова. Мяч в поле остается. Ростислав Серый с мячом. Передача. И надо бить по воротам. Илья Тюнис. Какой момент у Ильи Тюниса, чтобы открывать счет в этом матче. Мяч проходит в сантиметрах. От стойки было очень... 19 номер. Антонов. Дмитрий Лутик. Пас хороший, не было положения игры, здесь можно бить по воротам, прострел, и Фазылов на высоте выбивает мяч за пределы поля, будет очередной угловой. Навес на ближнюю стойку, до удара дело не доходит. Но вот сейчас удар мимо ворот, неплохой удар, кстати, с подбора был. Осипович, Орш после первого тайма 0-0. Произошли замены уже в командах. Давайте посмотрим, а поставлен-то уже может быть. Тем временем удар, и видим, блокируют его игроки Орш. Мяч ходит на угловой. Неплохо он мяч закрутил. Удар неплохой от Бальбуха, капитана Орши. Но мяч все-таки... Леонов. Заброс хороший, и здесь ставит корпус очень грамотно защитник Орши. Пас, хороший удар мимо ворот. Но отличный удар был сейчас от Егора Бабича. На контратаку есть шанс убежать. Получается это сделать у Бабича. Его придерживали за футболку. Бабич идет дальше, посмотрите, оставляет мяч у своих ног, отдает передачу хорошую. И контратака очень опасная. И здесь надо бить. Удар по воротам. Володьков мяч фиксирует. Очень хороший удар наносил Андрей Емельянов. Махнул рукой. Интересно, он Кипаренку или что? Ну, вот Кипаренок решил на коротке разыграть перекладину. Звенит возле ворота Осипович. Продолжается атака. Фазылов мяч выбивает. Будет угловой еще один. Неплохо играет Бабчонок. Вообще, кстати, Никита тоже неплохой матч проводит. Тюнис. Надо бить Илье. Удар. Отличный сейв от голкипера. Володьков переводит мяч на угловой. Потрясающий удар Ильи Тюниса. Они вот это... впереди. Могут играть остро. Могут играть эффективно. Ну, насчет эффективно здесь можно поспорить, потому что все-таки не получается мяч в ворота отправить. Это не Кипаренок пытался. Тюнис, посмотрите, до конца ведет борьбу за мяч и оставляет мяч у своих ног. Отдал пас на Ляхновича, а здесь Бабич. Пас поддержит атаку Малиновский. Навес на дальнюю, добирается до мяча Володьков. Бабич идет, передача неплохая. Отскок в пользу Осиповича. Удар по воротам, 1-0, Осиповичи сегодня побеждают. Или что у нас здесь было? Даже непонятно. Судя по всему, было положение игры. Не видно. Свой флаг и показал, что был офсайд. Вот это да. Но все-таки гол мы с вами увидели. Пускай он не был засчитан. Ну что ж, 0-0. Смотрите футбол дальше. Переходим на матч Шахтер-Петриков-Островец. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока.